Дом премиум уровня в центре и в Патории. Дом сдается под ключ. Есть большая отдельная территория. Под навесом можно поставить два автомобиля. Это гараж. Также он предоставляется. Сейчас пройдем по территории и зайдем в сам дом. Это вход в бассейн. Можно поставить стол, кресло для отдыха. Растет гранат. Прудик искусственный. Дом находится в тихом месте среди элитных построек, среди квартирных домов, но тем самым он спрятан над шумной дороги. То есть тут всегда тихо и спокойно, вот примерно как сейчас на видео. Беседка с зоной барбекю. Расходной стол. Во всем доме, во всех помещениях есть система кондиционирования. Вот, собственно, эти кондиционеры обеспечивают ее. Это дополнительный выход из подсобного помещения, где находится гладильная доска, стиральная машина, а также накопительные баки, котел и так далее. Качель. Навес с нее временно сняли. Еще одна беседка с летней мебелью. Это вход в бильярдную. Мы ее еще посмотрим из дома. Центральный вход в дом. Для тех, кто арендует дом, будут раз в несколько дней или чаще по запросу приходить все убирать, менять белье, полотенце. То есть проживание будет беззаботным. Попадаем при входе в дом в зимний сад. Растений тут нету, но в данный момент, но зимой он используется как зимний сад. Есть кондиционер. Такая небольшая зона отдыха. Коридор с вешалкой, шкафом, купе. В доме много санузлов. Это первый. Бильярдная. Вход, в которую я показывал с улицы. Бильярдный санузел. Это кабинет. Скорее всего, он будет закрыт на время сдачи. Бассейн. Выход на веранду. Зонтик раскрывается. Можно вынести сюда мебель для отдыха. Душевая кабина. Сауна. Санузел.
Внизу находится подсобное помещение. Накопительные баки, котел, насос. То есть вода будет работать прекрасно, стабильно, без перепадов. Там же находится стиральная машина. Это у нас вход в дом. На этом же уровне находится большая гостиная для отдыха. С камином. Большим телевизором, который, естественно, работает и от интернета. Сверху, на балконе, там проход в спальню. Мы туда скоро поднимемся. Продолжение гостиной. Кухонная зона. Холодильник, духовка. Это винный холодильник. В общем, вся необходимая техника, в том числе посудомоечная машина. В общем, дом максимально оборудован. Вот это добро владельцы заберут на время сдачи. Тут начинаются этажи со спальнями. Первая спальня с большой кроватью, круглой. Есть выход на балкон. Большой шкаф-купе в этой комнате. Это вот кондиционер. То есть по всему дому такая система кондиционирования в каждом помещении, как я и говорил ранее. Санузел. Джакузи. Спальня. Детская. Этот диванчик раскладывается. И на втором уровне также спальное место. И еще две спальни на уровень выше. Вид на гостиную. Большая двуспальная кровать. Телевизор. Санузел. Вторая спальня на этом уровне. Она также с санузлом, также с кондиционированием. Вот на этом этапе, в принципе, спальные места заканчиваются. То есть у нас получается 4 изолированные спальни. В 3 из них по 2 спальных места и в одной 3. То есть 9 спальных мест. А здесь выше уже просто свободные помещения с утюгом, холодильной доской. Тут можно какие-то вещи сложить, если много привезли. Ну, также есть вот комната для массажа. Также, естественно, с кондиционированием. Остальные помещения, они пустые, никакого интереса не представляют. Дом сдается для людей, которые, естественно, привыкли
высокому уровню комфорта. Как и говорилось ранее, предоставляются услуги по уборке. Это все включено в стоимость. Ну и обсуждаются какие-то дополнительные пожелания. Все индивидуально. Помимо того, что дом очень-очень хорош собой, он находится еще и в прекрасном месте. Это рядом с парковой зоной, рядом с набережной, до набережной Горького. Отсюда 15 минут спокойным шагом, неспешным. Инфраструктура вокруг также развита прекрасно. Это центр. Все, что необходимо, рядом есть.